Не знаю, был ли тебе хоть какой-то толк от этих сеансов. Ты меня не слушаешь, и все как-то уже очень... тупо. Ну, я пойду, Джош. Пора тебе усвоить. Есть вещи пострашнее того, что может породить больное воображение такого избалованного малолетнего засранца. Тебя окружали люди, которым ты был дорог. Они хотели помочь. Но всякий раз ты их упорно отталкивал. И теперь ты совсем один. Хотя, похоже, один ты пробудешь недолго. Ты будешь один недолго. Дыши глубже, Джошуа. Дыши глубже. Что? Нет. Нет, 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 нет. Нет. Нет, нет. Нет, 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 не надо. Только не это. Уйдите! Уйдите! Уйдите от меня! Нет, вы мертвы! Вас нет! Заткнитесь! Нет, вас нет! Джо! Еще не готова. Нет. Мне так понравится, как все наконец будет готово. Не буду вас слушать. Можете мне приказывать. Я больше не буду вас слушаться. Ладно. Ладно. Я верю вам. Я верю вам. Я вам верю. Вас здесь нет. Мы остались одни. Нет, нет. Нет, 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 только не это. Совсем одни. Но теперь ты с нами. Нет. Мы семья. Уйдите. Оставьте меня в покое. Сгиньте! Почему ты не нашел нас, Джош? Почему оставил умирать? Я не хотел вашей смерти. Клянусь. Клянусь, я вас искал. Человеком. Да. Может, шахтер. Или кто-то из сотрудников лечебницы. Там такая хренотень творилась, что меня бы это даже не удивило. Какая хренотень? Кто-то ловил Виндиго, связывал и держал живыми. Короче, там капец что было. Ого.
Видать, я их выпустил, когда все взорвал. Молодец. Кажется, оно рядом. Логово. Ты уверена? Не уверена. Просто стало как-то не по себе. И мне. Я не хочу туда лезть. Другого выхода нет. Ладно, я пошла. О, давай, можно. Уверен? Ну, я пока жив. Не говори, Гоп. Ковна, пальцы онемели. Знаю, знаю. Ты двигайся, а мне каблуки отморозишь. Каблуки у тебя... То, что надо. О, погоди, я думала, глубже не будет. Я этого не говорил. Я сказала, можно заходить. Ну, типа, акул нет и все такое. Акулы? Класс. Спасибо. Становится глубже. Да, точно. Так, так, так. Эй, уже помельче. Еще немного. Ради бога, не каркай! Стой! Я что-то видел. Нет, я не буду. Джош! Я не буду вас слушаться. Не буду слушаться. Вы не можете мне приказывать. Вы больше не будете мне приказывать. Не надо больше мне приказывать. Ладно. Я верю вам. Я вам верю. Что с ним, Майк? Похоже на глюки. Джош! Майк! Джош! Привет! Только не бей меня, не надо. Ты сам с собой говорил. Крыша поехала. Мы думали, не найдем тебя. Давайте уже свалим отсюда. Хорошо. Джош, ключ от фуникулера у тебя? Да. Вот. Хорошо. Видишь вот это? Через этот лаз можно выбраться. Нет, Джош туда не залезет. Окей. Подсади меня, я выберусь и пойду к остальным. Да. Да, хорошо. Ты выведи Джоша тем же путем. Встретимся у дома. Будь осторожна. Вы тоже. Ладно, пошли, псих ненормальный. Зачем так сильно бить-то, а? Ты уж прости, братан. Я думал, это ты убил Джесс. Был неправ.
Нет. Я не хотел вашей смерти. Нет. Тебя нет! Уходи! Тебя нет! Джесс? Это ты? Господи, Джесс! Что с тобой случилось? Как тебе удалось выжить? Не знаю. Как ты сюда попала? Мы с Майком уединились в хижине. И потом... Потом... Что? Я не знаю. Я была у окна. Кто-то разбил стекло и схватил меня и потащил по снегу так быстро. Черт. А потом я провалилась. Кошмар. Сюда. Господи. Идти можешь? Да. Тогда пошли. Посмотри, похоже, тут был обвал. Это была я. Что? Я упала и пробила крышу. Ну ни хрена себе! Вот это да, значит, не я один такой. Что? Я свалился сюда с пожарной вышки. Да ты что?
Черт! Джесс! Куда? Давай, Джесс. Thank you.
Сэм! Майк! Господи, что с тобой? Если не уйдем отсюда, будет хуже. Давай. Делся Джош. Он унес его. Господи, жуткая смерть. Плохо. И что будем делать? Надо проверить подвал. Может, там кто остался? И как, по-твоему, мы выберемся? М? Стараюсь об этом не думать. Бежим отсюда! Скорее, скорее! Скорее, уходим! Беги! Thank you.
Черт! Нет! Не знаю, с чего начать. Сначала вы думали, что он вас преследует. Скажите, ваши друзья тоже так думали? Ну, да, но... А может, они его убили? Что? Нет, вы не понимаете, разве не ясно? Если он на вас напал. Он спас меня. Я видел, как он погиб. Он навел пистолет на меня. Вот сюда, прямо в лицо, и мог выстрелить. Он чуть не убил меня, козел. Мы встречались, я думала, что хорошо его знаю, а он оказался полным моральным уродом. Я был с ней. Рядом. Я мог что-то сделать. Я пытался ее спасти. Я не смог. А как вы попали в шахту? Схватили и потащили, и... И что вы видели? Я не знаю. Я не знаю. Мы с ним дружили. После несчастья он много общался со мной. Говорил, только я его понимаю. Я думала, мы на одной волне. Если хотите поговорить... Не хочу. Обычно после такой душевной травмы... Спасибо, не надо. Где Мэтт? С ним все нормально? Его уже отпустили? Я немного волнуюсь, потому что я его девушка. Он вам говорил? Может, конечно, сейчас он на меня обижен, но... Вообще, он знает, как сильно я его люблю. Должен. Он же вам говорил, да? Майк, что вы помните? Он пришел за мной. Пришел. В смысле? Где он? Он выжил? Майк погиб из-за меня. Я должна была замереть, но дрогнула. Он спас меня. Я виновата, что он погиб. Послушайте меня. Неважно, верите вы или нет. Поверите, когда увидите. Вы должны спуститься в шахту. Что в шахте, Сэм? Я увидела что-то. И очень хотела бы это забыть.